Всем привет! 10.01.21 год, друзья. На дворе наконец-таки наступил долгожданный Новый год. 20-й ушел. Всех поздравляю с Новым годом. А у меня сегодня такое событие. В общем, те, кто смотрит в Ютубе про дальнобойщиков, есть такой дальнобойщик, блогер Мишаня Дальнобой. Есть у него свой канал, так и называется Мишаня Дальнобой. Всех приветствую на канале, дорогие друзья. Всем, так сказать, доброе утро. Я пообещал ему привезти хорошую незамерзаечку, которая прям держит вот хорошую минусовую температуру. Не какое-то там фуфло, которое по трассе продают. Так сказать, такой подгончик ему сделать. Тем более сейчас в Питере похолодало. Так что еду к Мишане презентовать ему омываечку. Так, ну что, приехал на Нишлотский. В общем, вроде как вот с этих вот ворот выезжают фуры, значит, здесь разгружаются. Так, ну что ж, только что списался с Мишаней. Немножко я припозднился, его сейчас поставили на выгрузку. Ну, он просил там минут 20-30 подождать. И так что все, мы с ним состыкуемся. Мишаня ведет на своем канале уже питерский стрим про разгрузку. Конечно, он там не поспал нифига. Ему нужно отдохнуть. Ну ладно, сейчас я ему передам умываечку и, как сказать, пусть едет, отдыхает. Потому что дорога — это дорога, за рулем это тяжелая работа. О, красавица! Вот его красавица. Поехали, давай, ты вперед, я за тобой. Никого там, никого. Нормалек. Все, вступаем в местечко. Сейчас все, запарковался нахер, да? А сейчас прямо ему хвост стану, чтобы было удобно. Все, сейчас ему хвост. Здесь чуть правее. Ну как ты, Мишаня? Весь уставший, зачуханный, да? Я слышу, я смотрю стрим, думаю, такой, блядь, голос умирающий. Есть. Пойдем, я тебе дам это. Так, надо пацанам отчет, что умывайку доставили, блядь. О, есть, да. Там это выпало. Со мной. Все, омывайка готова. Так, первый раз садимся в Сканию. Так. Нормалек. Нормалек. А что, говоришь, потом будет другую давать? Ну, вот здесь. Дальше. Тоже Сканию? Ну, я, видишь, тоже, у меня же тоже светанул. Да? Да. Я зашел так мельком. Ну, у меня, правда, он такой, знаешь, он мне... Знаешь, вот я тоже, мне вообще мысли, что хочется, ну, в дальнобой пойти, понимаешь? Дальнобой? Что? А, на вас сейчас дам, а первая база — это какая, которая ближе? Понятно, право категории Б пока что. Ты что хочешь? Надо сдавать на Е, да? Или СЕ? У тебя пока Б? Ну пока только лиховушка и все. А, ну тебе сначала надо на Цешку сдать будет, а потом уже на Е. На Ешку, да. На Е, да? Это через год. Так, дорогие друзья, ждем вас всех. Что, уж показывает? Да, так что можешь помахать ручкой. Всем подписчикам привет! Привез да, незамерзайка. Как говорится, незамерзайка доставлена в целости и сохранности. Ни капли не отхлебнул. Где тут? 4 баклахи, минус 30. Виталик, да. Виталик, подписчик с Питера. Это не замерзайку не отхлебнул, зато вот Мишаня уже тут отхлебнул. Опа, да, гости. Говорит, домой, говорит, поеду, говорит, нормально посплю. Вот,
Вот уже. Человек грамотный приехал, еще и полбутылки водки привез. Она говорит, у тебя там замерзло все, разбавишь. Да конечно, потому что, блин, это пипец. Я вон сам, блин, мне это закончилось, вот это, задел эту финтику, минус 25. Так она вчера все, она у меня колом встала. Если в багажнике достаем, как гель вот так переливается, так я пошел, водки взял туда, херанул, концентраты херанул. И только сегодня вот подошла. А что в Питере вчера сколько было? Слушай. Не, вчера было не так жестко. Вчера было, наверное, еще минус 12, минус 13. А сегодня уже это минус 17 уже вообще. Четверку минус 20 обещают ночью. Ну сейчас 17, сегодня 20, может и будет дальше. Че пишут? Че говорят? Че, привет, братан. Да, что-то эфир подлезли, бачок в бак, я залил водку в бак. Не пейте, не замерзайку, пейте вот это, да? У нас как раз там сколько литров? 4 оставалось воды. Как раз вот это вот. И что, помогает, да, водка? Ну, слушай, помогает. Помогает, да? Помогает. Но она хотя бы это, как это, спирт, блин, там это, он хотя бы хоть не замерзнет. А-а-а. Ну, тем более, он там смешается у тебя с этой водой. И эту сразу. А сколько там бачок тебе влазит? 20. Ёптеть-моптеть, если бы я знал. Я вообще больше не делал. Я что-то привык на легковушку, наш, блин, 4-5 литров и все, блин. А здесь 20. На сколько ей хватит? Ну, на рейс, может быть. На рейс хватит, да? Так, если нормально. Если на Скандинавию, а если у нас тут где-нибудь в снегопад, то может и до Москвы не хватить. 20. Ну да, это все вообще. Если, смотри, если нормально себя покажет, тебе понравится, пиши. А что? Я тебе еще это привезу. Есть варианты подешевке, блядь. Слушай, я тебе так привезу. Ну, может быть, там много надо. Не, ну, если прям много-много, если как бы, ну, прямо одобрите, то она и так недорогая. Она 250. 250? За одну канистру, да. Ну, она дороговата. Ты же знаешь, что есть по 150. Не, ну, она не скажу, чтобы она хорошего качества была. Вот в этом и разница, понимаешь? Вот почему я беру по 250, потому что я знаю, что она не замерзнет ни хера. Ага. Поэтому я лучше переплачу чуть-чуть, но, блин, она зато не замерзнет. Но я говорю, посмотришь, проверишь это, понравится, посмотрим. Угу. Мало ли там это. Еще заказы будешь делать. Все, окей. Так что привезу, тем более, блин, купчину. Я понял. Ну ладно, тогда это тоже тебе презент. Что ты там мне хочешь? У меня тут есть призы. Я выиграл колесо от Скани, да? Скажите, вонючка. Блатная. Мишаня, вот только вот писал же в стриме писал, вот знаешь вот. На. Оп, я в интернете искал, что сколько стоит, такой думаю, где. Это прямо вот оттуда вот? Да, это прямо оттуда вот. Прямо есть. Вот запах прям. Вот ее даже запах уже идет прям вообще. Блин. Ты знаешь, я только вот в интернете перед ногом шарился про это вот. Причем я смотрю вот этот вот. Ну, в стриме как бы, ну, все равно четко название не попадает. Думаю, блин, что ж такое-то? И причем тут с рожками. Думаю, ну что, где такая, знаешь, продается-то? Еще с рожками не могу понять. По подсветке нету, подсветка отдельно продается. Да, подсветка потом будет попозже. А потом я посмотрел это. Сейчас скажу, нашел этот, господи, ВКонтакте, фотки Скани, этот Андрей Шуберт, блин, я охренел, что его уже нет. Да, недавно он был. Просто охренел. И как раз у него фотки, как раз у него четко вот на это, на, с названием, блин, я такой, так, все, надо найти, надо искать, смотрю, такой, нихера себе, 1,5 косаря, думаю, нихера себе ценник-то. Только не ешь ее. Валера написал. Не, ничего такого. Так, Мишань, как у тебя там? Все нормально? По работе все хорошо? Да, все нормально. Давай, дружище, я поеду отдыхать. Да, все, давай. Еще дел. Я думаю, спасибо. Мы оба довольны остались. Все, я думаю, еще увидимся. То, что ты это... Да, ну напишешь, как тебе там, понравится, не понравится. Ну замерзнет, напишу, что замерзло. Не замерзнет. Замерзнет, встанет с креста. Не, не должна. Не должна. Не должна. Ну прям вот пацаны берут специально холодильник, морозят, не замерзла, не должна.
минус 30, по 5 литров там баклажки? Да, по 5 литров. 4 баклажки по 5, да? Да. Ну все, огонь. Спасибо тебе большое. Тебе вот спасибо. Блин. Ну ты что, приехал, ждал меня час, привез тебе замерзать. Ну как-то мне неудобно будет. Вот все за куртку спрашивают. Я уже, понимаешь, я нашел этот магазин, куртку эту нашел. Нашел у нас здесь магазин. Я скидываю название куртки, там Брасильяк или как-то вот называется. Я говорю, вы можете такую же Швеции привезти? Он такой, нет. Типа, мы не знаем, типа, у нас вот такие только продаются. Я говорю, ну ладно. Так. Надо тебя заснять. Так, давай, может, селфанемся? Давай, давай. Так, как тут? Сейчас я переверну такую камеру. Селфачок сделаем, блин. Садись. Можно, да? Да. Все, тебе надо будет. Совсем. Так. Че, фотки на память, видосы, все сделали. Да, да. Ты все, стрим закончил? Нет, стрим идет. Стрим у меня до упора. Сейчас поедем. Парни уже ждут, когда мы поедем быстрее. Все, не задерживаю. Так, теперь осталось только обувь одеть. Давай, аккуратненько. Тебя не заморозит тут? Я ж ненаученный. Ну как это там так? С обувью, если на что схватиться-то. А вот справа ручка, справа. Смотри, где цветочек? А, все, вижу, то. Человек первый раз в грузовике сидит. Да. Особо это, не ругайтесь. Это все легковая. Да. Телефон не забыл. Ну, если буду работать, привыкнуть. Короче, давай, дружище, спасибо тебе. Все, Мишань. За незамерзайку. Все, ну напишешь. Мне самому просто интересно, это как оно. Я думаю, нормально все будет. Я буду смотреть, чтобы она не замерзла. Давай. Все, Мишка, давай. Че, вот такие вот подписчики у нас. Ну, привез так, не замерзай. 4 баллона по 5 литров. Сидел, ждал целый час, пока нас выгрузят. Ну, пришлось попе подарить. А что делать? Давай. Красавчик, конечно, привез, ребят, ну тут бесспорно вообще. Тут человек не поленился. Пообещал, сказал, привезет. Ну в чем его кайф? Ну спроси у него. Я не знаю, в чем его кайф. Его кайф вот было привезти, как бы, видимо, ну. Вот его кайф. Да, конечно, красава, ребят, но тут вообще без разговора. Думал, где не замерзайки взять, где не взять не замерзайки.
сам пишет. Кайф помогать. Помогающая рука не должна видеть берущую. Да-да, метро Выборгская. Зато приятная уважуха, парни. Конечно, конечно, ребят. И мне приятно. А мне-то как приятно. Мне вообще очень приятно. Причем он не просил ничего взамен, как бы. Просто вот тупо привез незамерзайки 4 баллона. Я-то, конечно, подарил ему. Баночку освежителя. Вот и встретился с Мишаней. Как и обещал, привез ему умывальчику. Мишаня вообще вот отличный парнишка. Прям вот вообще мужик, вот дальнобойщик. Вот прям вот вообще, ну вот удачи ему по жизни, здоровья. И чтобы у него были всегда ровные дороги. Я честно вот говоря, друзья, я не ожидал. Вот подарил мне презент, вот я ему умывайку. А он мне то, что я вот долго очень искал, как это называется, в общем, освежитель, аромат в машину, вот поппи, запах жасмина, в общем, его ставят дальнобойщики, пахнет вообще вот обалденно, как нам Мишаня вообще вот огромный свет. Из самой вот Швеции, ребят, из самой Швеции, там не какие-то подделки, а самой Швеции, даже сделано, смотрите, Made in Japan, сделано в Японии. Мишаня, спасибо тебе огромное, спасибо тебе за подарок. Я обязательно, надо еще подсветочку купить, потому что подсветочки выглядят вообще кайфно, вообще вот как у Мишани будет. И обязательно поставлю в машину. Вот честно, вот делайте добро, и обязательно к вам тоже будет добро. Вот я вот эту вот штуку вот искал. И вот она у меня в руках. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь также на Мишанин Дальнобоя. ...1258 лошадиных сил, 5020 ньютон-метров тяги. Да ладно, это просто что-то. Блин, мне даже... Офигеть, мне даже колеса в пробух, да, пошли? Да.